Спілкування народу з керівництвом міста віч-навіч. У Московському районі Харкова відбула зустріч мешканців району з виконуючим обов'язки Харківського міського голови Ігорем Тереховим. Разом із директорами профільних департаментів Ігор Терехов занотував прохання мешканців. Злободенні питання потребують такого ж негайного вирішення. Люди прийшли, я маю в виду Терехов, і ми наші проблеми вирішили йому розказати. Він нас вислухав. Очень приятно, как говорится, что не обошел стороной. И записал, я думаю, что решение проблем будет решено. Мы не первый год уже контактируем и общаемся с городской властью. Геннадий Адольфович помог решить массу проблем с благоустройством нашего массива. И проблемы остались по поводу передачи домов в коммунальную собственность. Жильцы просто уже тоже находятся в таком пограничном состоянии. И это уже сегодня был, наверное, больше крик души. Надеемся на поддержку городских властей Игоря Александровича в решении этого вопроса. Переважна більшість питань стосувалась ремонту внутрішньоквартальних доріг, ремонту будинків, благоустрою дворів, надання матеріальної допомоги. Усі прохання харків'ян одразу ж ставилися до розгляду та передавались представникам профільних департаментів. У кожного наболівши є, і ми можемо з удовольствием як висловитися, попросити. Наболівши вопрос будемо зараз задавати нашому почішу меру, як говориться, чтобы взялся за дорогу сделал. Я сегодня очень доволен своим обращением, теми ответами, которые я получил. Я являюсь председателем ЖК «Вылотень» Салтовского. Нам помогают горсовет содержать наш дом. В прошлом году у нас было много работ сделано, и окна менялись по программе софинансирования, парапеты делались, там лавочки там и все остальное. Но проблемы все-таки еще есть. И вот я сегодня услышал приятное обещание о том, что нам помогут. Уже договорились о встрече со специалистами. На этой неделе будем решать. Особливу увагу приділятимуть створенню нових локацій, зон відпочинку та спорту. Зокрема, невдовзі побудують великі дитячі майданчики на перетині вулиць Героїв Праці та проспекту Тракторобудівників. На вулиці Джерельні 9А та проспекті Тракторобудівників 103Г. Не забудуть і про любителі вуличних видів спорту. Так на вулиці Джерельній обладнають новенький урбан-майданчик. Треба ще сказати про площадку. У нас там площадка є, яка... Вообще бросовая. Раньше ее делали, когда дома строились. Я тут сначала строительство живую вместе с дачи дома. И она вроде бы ничего была. А сейчас она заброшенная. Непонятно, что собаки там гуляют. Или там велосипедную дорожку надо сделать. Или же волейбольную площадку. Такие встречи обязательно нужны. Проблема, что вот мы ездим, мы в нашем доме ездим. И нас везде выгоняют. Мы ездим на трюковых самокатах. Выгоняют. Ездим здесь, можем людей сбить, тоже отсюда выгоняют. И мы хотим, чтобы мы были на том поле, чтобы нам построили скейт-парк, и мы никому не мешали. Нам сюда приезжает Игорь Александрович, и он будет строить, скорее всего, нам урбан-парк. І побажання були почуті. Усі питання занотовані та взяті під контроль профільними департаментами та особисто Ігорем Тереховим. То, що стосується жилищно-комунального господарства, я розумію, це наша компетенція. І на сьогоднішній день є дуже багато питань, опять же, стосуючись і вхідних груп, і ремонту дорожок, внутріквартальних дорог, і створення нових локацій. Цим всім ми будемо займатися, і текущими кровлями. Так, є ті питання, які ми повинні и обязаны просто выполнить для того, чтобы жители города находились и жили в комфортных условиях. Вы знаете, что это наш проект, которому мы сегодня придаем совершенно новое понимание, потому что внутри микрорайонов, внутри спальных, особенно микрорайонов, будут появляться новые локации, где любой человек любой возрастной категории будет чувствовать себя комфортно, так же, как в центральной части города Харькова. Во всех районах города Харькова в этом году будут построены эти локации. Ілля Колтунов та Віктор Наздрачов, Харківські Ізвістія.